Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать свой новый заказ с сайта Rendezvous. Я на скидочках там себе кое-что приобрела. Не знаю, на момент выхода вот этого видео будут еще там какие-то акции или нет, но вот мне приходила рассылка, что 50% на косметику. И одна девушка мне писала, что на сайте Rendezvous тоже заказывает очень выгодно косметику. Напишите, пожалуйста, какую косметику вы заказываете. Я там, конечно, залипла, как всегда, на этом сайте. Вместе с вами буду распаковывать. Получила я заказ вчера, но вчера поздно вечером уже курьер приехал. Не знаю, на самом деле, что за служба доставки, но и девушка сайта все время отзванивается, да, менеджер, и водитель заранее отзванивается. В общем, мне пока что все нравится, прям очень нравится. Значит, получается, здесь то, что я заказала, подешевле намного. Заказала я, как всегда, парфюмерию и кое-что из косметики. Оплатила онлайн на сайте, и доставка у меня была бесплатная. Там от какой-то суммы доставка бесплатная, но, наверное, для разных городов по-разному. В общем, смотрите в разделе «Доставка». Как всегда, все вот так вот хорошо упаковано. То есть, видите, прямо все внутри вот так вот хорошо обложена вот этой вот бумажкой. И два подарочка мне положили. На самом деле это очень приятно. Два пробничка. Об этом ничего не было сказано на сайте, но это нереально приятно. От Uriage здесь, я так понимаю, средство для снятия макияжа двухфазное. Да, я так понимаю, что это Makeup Remover. Значит, средство для снятия макияжа, да? Вот. В общем, обязательно попробую. Кстати, марку Uriage я люблю. И еще положили от Lumene. Вот Lumene мне, кстати, надо мне себе заказать. Вот такой вот кремушек. В общем, вот такой вот пробничек кремушка. Вот. Так что класс. Ну и давайте начнем, наверное, немножко с косметики. Я там увидела средства и вообще туалетная водичка, и спреи, конечно же, там есть от Victoria's Secret. Вообще Victoria's Secret мне нравится, и как белье нижнее, так и парфюмерии и спреи. Одно время я вот, если куда-то ездила, в Duty Free покупала. Сейчас у нас открылся в Питере магазин, где продается Victoria's Secret, можно и на сайте заказать. Но раз я уже заказывала, да, то положила в корзинку. Я заказала два парфюмированных кремушка. Смотрите, как они пришли. Запакованы. Вот так вот запаковывают, насколько я знаю, для того, чтобы не вскрылось в случае чего, там не отвинтилась как-то крышка, и все это у вас не разлилось. Сейчас я открою. В общем, вот такие вот два лосьона. Запакованы очень хорошо. Это лосьоны для тела. Тут еще какая-то штучка. Давайте попробуем. Вот, я на самом деле, ну как бы так, по настроению, знаете, вот эти вот парфюмированные лосьоны, больше я люблю какие-то, тут оно не выдавливается, тут зафольгировано, а я давлю, девочки, как всегда. Ой, ну слушайте, ну ароматы, конечно, Victoria's Secret такие прикольные, сладенькие, вкусные, мне кажется, мужчинам они нравятся, вот такие ароматы, моему мужу, по крайней мере, точно нравятся. Ой, очень приятный такой, с кислинкой, легкий. Мне кажется, у меня подобный был как-то спрейчик для тела. Потому что аромат очень-очень знакомый. Ну и лосьончики вот эти прикольные, кстати, хорошо увлажняют кожу, имеют приятный аромат. Такие легенькие. Так. И второй лосьончик. Они, кстати, не жирные такие, не липкие, очень хорошо впитываются. И второй такой послаще аромат. Такой вообще какими-то конфетками. Написано Sunset, какой-то сорбет. Вот это вот прям сладкий-сладкий. Вот это вот с кислиночкой такой аромат, а вот это сладкий-сладкий. Здесь 236 миллилитров, и скидка была 50% на эти лосьончики. Поэтому я взяла. Слушайте, ну очень вкусный вот этот сладенький такой аромат. Ну, они вкусные, они на самом деле, я не знаю, как долго держатся, я на самом деле не помню, но помню, что вот именно эти парфюмированные лосьоны держатся дольше, чем вот, ну, какие-то другие, в общем. Примерно в той же ценовой категории. Ну, и давайте про аромат. Конечно же, это Attar Collection, и, конечно же, это Азалия. Halt at Night. Я не понимаю, что происходит, почему он намного дороже, в два раза дороже всех остальных ароматов. Почему так происходит? Я не знаю, меня на него жаба душит, хотя он самый популярный аромат Halt at Night, да? В общем, в моей коллекции прибыло.
смогла я, девочки, удержаться, я вам честно говорю, потому что, ну, это нечто. Вот именно вот эти вот от Tarte Collection, я не знаю, руки крем намазала, теперь коробку открываю. Это те ароматы, которые, я не знаю, это нечто для меня просто. Я очень люблю что-то такое, связанное с Востоком, хотя они не прямо, вот знаете, супер-супер восточные. Смотрите, какая упаковочка. Кто-то мне писал из вас, что у вас есть вот эта азалия. Вот, я заказала себе. Давайте с вами попробуем. Ну, это вообще... Вот это уже более такой восточный, более такой сладковатый. Но он, вообще вот эти вот ароматы от Tarte Collection, они потом раскрываются, становятся немножко другими, то есть стартуют. В общем, они очень... Но вот это вот уже более восточный. Здесь такие восточные какие-то специи, слегка сладковатый. Это вот более восточный аромат, чем другие. Другие у меня это в предыдущем заказе вот эта роза... Галор, да, правильно так, наверное, называется. И вот этот Хаяти. Хаяти очень мне нравится, вот этот аромат. И здесь такая бархатная коробочка. Здесь просто она, ну, картонная, да, такого из картона. Вот этот вот Хаяти, он такой сливочный, очень вкусный. Так что у меня теперь три аромата и азалия. Халтат Найт обязательно себе закажу. Но что-то вот у меня... Подушивает жабка немножко, жабка подушивает. А вот этот вот такой старт прям восточный, он может, наверное, напугать. А потом он раскрывается и становится более такой... Ну, это надо пробовать. Любите восточные ароматы, любите ароматы со специями, да, потому что здесь вот... Здесь роза с черным перцем, да, то есть со специями в любом случае. Здесь тоже есть какие-то вот такие... Что-то такое со специями, да, потом такое раскрывается, знаете. И здесь стартует он, старт такой прям восточно-специевый, такой прям вот, такой даже, наверное, рисковатый. Но потом это такое что-то сладковатое, нежное. Я не знаю, как описать эти ароматы, девочки, это надо пробовать, но это реально моя любовь. Это... Третий аромат моей коллекции. И будут еще. Я, наверное, не успокоюсь, пока не куплю все. Как-то так. Вот. Ну, в общем, азалия вот этот вот очень классный тоже. Потом он какой-то немножко такой дымно-цветочно-сладковатый, что ли. Такой томный аромат. Такой... Не то, что даже томный, но вот такой вот... Он более восточный, чем остальные, вот, которые у меня есть. Очень вкусно, девочки. Я советую прям. Но я советую, единственное, что я советую тестировать эти ароматы перед покупкой. Если вы, тем более, вообще никогда не пробовали ароматы от Tarte Collection, обязательно закажите себе от Levant и потом уже смотрите, потому что могут немножко напугать своей вот такой, такими напористыми иногда специями какими-то, да, потому что не все такое любят. Ну, вот это вот очень такое. И я не знаю, у меня, кстати, здесь немножко примешано Victoria's Secret. Зря я, наверное, нанесла все сразу, да? Вот, кстати, одного цвета фиолетового. Год выпуска аромата 2020. Группа ароматов цветочно-восточные. Верхние ноты орхидея, цитрон, иланг-иланг. Ноты сердца ваниль, гелиотроп, марципан, роза. Базовые ноты белый мускус, сандал, мира. Вот эти ароматы от Tarte – это мое я, только в разных настроениях. Серьезно. Вот, причем любое мое настроение, мне кажется, я под любое свое настроение могу подобрать аромат от Tarte, потому что, ну, это очень вкусно. Это вкусно, это и в то же время это не, знаете, не резко, не такой вот прям, знаете, такой вот есть такие ароматы, они прям вот такие, я не знаю, такие мощные. Вот здесь такого нет. Это нежные, женские, восточно-цветочно-фруктовые какие-то вот такие. Но вот этот поношу аромат, я его не тестировала перед покупкой, поэтому мне достаточно сложно, но читала много описания и захотела именно тем, что многие пишут, что он резко стартует, и он более восточный из всех остальных, поэтому я его заказала.
Вот, так что вот такие вот у меня были, девочки, покупки. Снова аромат. Вот, ну, не могу никуда. Никуда не могу от этого деться. Очень они мне нравятся, классно. Теперь у меня такая троица. И это одни из единственных ароматов, которых я храню в коробке. Обычно вот эти коробки я выбрасываю, а здесь храню в коробочках, потому что коробочки меня эти тоже очень сильно радуют. Вот, так что вот такой вот у меня был заказ. Я вам ссылочки оставлю внизу в инфобоксе. Вот, и жду ваших комментариев по поводу косметики. Если вы что-то там заказывали, то обязательно напишите мне. Вот, я с удовольствием тоже что-нибудь закажу. Но из косметики, честно говоря, не знаю. Это надо как-то мониторить, наверное. Я не знаю, вот, что там выгодно заказывать. Буду очень ждать. Ну и буду с вами прощаться. Всех люблю, целую. До новых встреч.